перепел. Never, never gonna give you up. И перепелка. Ну и вначале по традиции, естественно, к оригиналу. В оригиналах сегодня та группа, которая являлась одной из наиболее коммерчески успешных и влиятельных рок-групп во всем мире и всех времен. Я так думаю, скорее всего, при случае, когда мы выйдем во вселенную, это будет самая влиятельная группа всей вселенной. Музыка этой группы повлияла на многих исполнителей. Среди них Дэвид Боуи, Эдж, музыкант из U2. Далее, Queen, Radiohead, Kraftwerk, Smashing Pumpkins. Все эти люди заявляют о том, что группа Pink Floyd сделал для них настолько много, что не сделал больше никто. Сегодня в оригиналах. Pink Floyd, друзья мои. Another Brick in the Wall. Вспомним, что это такое. Это оригинал. Я думаю, все его знают практически наизусть. А вот в перепелах сегодня, друзья мои, совсем неоднозначная ситуация. Мало того, что в перепелах сегодня наш программный директор... Вот он. Мой соведущий. И еще один мой соведущий. Юрий Мишков, Владимир Назимов, Михаил Симаков. А также самый главный сюрприз. Хор мальчик-мальчиков, зайчиков и белочек-девочек. Все те, кто сегодня собрался здесь, в дабл-грилле-баре на 8 марта 8Б, будут исполнять перепел. Поэтому я скромненько удаляюсь и предоставлю слово им. Yeah.
Друзья мои, это был перепел сегодняшнего дня. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на Рок-Арсенале. На Рок-Арсенале.